Сегодня 1 июля 2014 год. Мы остановились на ночевку под городом Невинномысск. И вот сейчас восход солнца. Вот здесь мы остановились. Здесь кукурузное поле, а там вдали Игнатий Тихонович со своим воспитанником, с ураганом. Птицы поют. Много растений вокруг таких, которые не растут у нас в Сибири. Вот оно, солнышко. Слава Богу за все.